завязи много. Вот сверху здесь завязи много. Ну, когда это будет? Массово еще не убираю, как говорится. Может быть, кто-то уже массово убирает. У меня еще нет так много. Ну, вот, смотрите, пчелки летают. Ну, вот видите, они здесь. Сейчас покажу. Вот. Много очень пустоцвета. И тут же рядышком он есть. Вот он. Огурчик. И здесь тоже пустоцвет, рядышком огурчик. Вот, и пчелки сидят даже здесь. И не одна, аж две опыляют. Тут летаются. Посадила, я говорила, посадила еще китайский огурец. Смотрите, вот. Зашли. В промежутках здесь посадила, не знаю, надеюсь, что догонят. Маленький еще. Завис есть, да, но мало еще. Массово нету. Поливала вчера, провалилась. И здесь что посадила? Здесь тоже. Тоже есть. Все разного размера. Но здесь тоже есть огурчики. А эти огурцы я брала на базаре. Спецмагазин приезжает. У них брала эти огурцы, посадила. Здесь и огурчиком здесь. И вот тут. Вот тут рядом, вот здесь получше. Помидоры второй раз подвязала по китайской технологии восьмеркой. Поставила для надежности колышки, чтобы упор был, чтобы они не шатались. И здесь вот между этими, между грядкой можно было пройти. Ничего нигде не обрываю. Все здесь накрыто. Видите, уже сколько много помидоров. Здесь тоже купка помидоров. Ждем, когда покраснеют. Фасоль я один раз собрала, здесь надо еще раз ее пролить, и больше пока не буду собирать, пусть вызревает. Тыква цветет, конечно, красиво, высоченная, куда-то она лезет, не знаю, на виноград, что ли, полезет, но пока ни одной тыквенки я еще не видела, пока только цветы, может быть, их как-то нужно обрывать, что-то делать нужно, не знаю, посоветуйте.